Тем временем Путин сделал свой выбор. Так называемый президент России поддержал Камалу Харрис на выборах США. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. Я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых, а во-вторых, она... Раззавещали, значит, надо, да? Вот. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. И это говорит человек, который утверждал, что санкции никак не влияют на Россию. Но такой спич не понравился Трампу. Более того, Трамп обиделся на Путина. На одном из митингов Дональд Трамп рассказал о своей обиде. And you know, he endorsed, I don't know if you saw the other day, he endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. He endorsed Kamala. Should I be congressman? Should I be upset about that? No? Huh? Was it done with a smile, Ron? Was it done with a smile? I think it was done maybe with a smile. I don't know. Who the hell knows? Nobody's gonna figure it out. Думаю, после таких заявлений жизнь в России станет еще более яркой, уже с новыми санкциями. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного.